Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün yanımda yine Adelina var. Adelina ile dışarı çıktık. Hava çok güzel. Zaten size Uran Park'tan bahsetmiştim. Buradaki yerlerden. Yanımda göstereceğim zaten diğer videolarda ya da beni takip edenler zaten görmüştür. Ama önümüzdeki videolarda göstereceğim. Futbol sahası var. Şu an futbol sahasında oturuyoruz. Kimse yok. Yan tarafta voleybol sahası var, iki tane. Bu tarafta göl var. Burada köprü var. Köprünün orada işte bisiklet sürmelik yerler var, kaykay yapmalık yerler var, dans edilen, basketbol oynanılan yerler var. Bayağı uzun, yani kaç kilometre olduğunu bilmiyorum. Bayağı güzel bir yer. Yaz olduğunda burayı tercih etmenizi kesinlikle öneririm. Burada çok güzel yerler var yani. Şimdi videomuzun konusuna geldim. Videomuzun konusu benim eskiden beridir Rusça'yı öğrenmek, Rusça'yı nasıl öğreniriz, Rusça taktikleri adlı videolarım var zaten. Size de o kadar bilgiler vermiştim. O videolarımı kanaldan izleyebilirsiniz. Ama bugün konumuz Rus'a soracağım. Yani yanımda Adelina var ve Adelina İngilizce, Rusça, Tatarca, Almanca, Türkçe de biliyor. Yani 4-5 bil biliyor Adelina. Ve bunları nasıl öğreniyor? Özellikle Rusça. Dili öğrenirken Rusça, yani Rusça zaten ana dili. Okulda öğrendi, tamam. Ama 5 tane dil bildiği için tecrübesi vardır ve ona soru soracağım. Buraya da onu çağırdım bugün. İsterseniz direkt videoya geçelim arkadaşlar. Video başlamadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi direkt videoya geçelim. Evet arkadaşlar, Adelina'ya bakalım, sorular sormaya başlayalım. Bakalım istediğimiz bilgileri alacak mıyız? Adelina, привет. Привет. Как дела? Отлично, как у тебя? Отлично. Сколько языков знаешь? Где-то пять. Пять? Учу пятый, да, Бесинджи Оренемуш. Окей. У меня первый вопрос. Ты вообще, ну, для тебя русский язык сложный или нет? Ну, в общем. Ну, для тебя, конечно, изи, легко. Ну, как думаешь, в общем, русский язык сложный или нет? Очень сложно изучать русский язык. По сравнению с турецким или с татарским, это очень сложный язык. Вообще, один из самых сложных, я считаю. А почему так считаешь? Ну, алфавит или грамматика, или почему так сложно? Грамматика сложная, потому что у нас есть род, у нас много падежей, вот, поэтому иностранцу будет сложно изучать русский язык. Да, иностранным так. Меня тоже сначала было, ну, когда я приехал сюда, меня тоже так сложно было. Ну, самое главное, разговаривать каждый день. Почти. Вот. Надо мюзик слушать, перевод надо делать. Вот. Надо практиковать больше, да? Вот. Ты знаешь, здесь много изучают русский, да? Вот. Что советуешь? Как надо начать? Как можем начать? Ну, во-первых, тут уже есть условие, что ты попадаешь в среду, где все разговаривают на русском, и поэтому практики и на слух воспринимать язык уже полегче. Вот. В первую очередь, я думаю, что нужно общаться больше, Конечно. изучать. Ну, алфавит, конечно, нужно сначала знать алфавит. Вот. Помогает слушать русскую музыку. Может быть, если не сложно, смотреть фильмы с субтитрами. Дальше. И просто не бояться, главное. Да, самое главное, не стесняться, да, не бояться. Как ты изучала вообще? Вот это вопрос. Например, сейчас советуешь, да, ты что делала, чтобы изучать? Английский, например, немецкий, например. Что делала? Ну, английский и немецкий я изучала в школе еще. Там была как бы школьная система, то есть мы изучаем грамматику по учебникам, практика. Вот. Ну а турецкий, например, сейчас, если я изучаю новый язык, да, я уже давно что-то новое именно в языках не изучала, турецкий я общаюсь с тобой, во-первых. Потом у меня есть приложение, с помощью которых я учу язык. Бусу, наверное, да, приложение. Да, Бусу. Не реклама. Вот. И, ну, у меня больше идет на слух восприятие. Я еще, можно сказать, ни разу не писала, только печатала. То есть у меня больше разговорное сейчас идет обучение. Вот так. Понятно. Еще самое главное — это систематичность. То есть это нужно делать каждый день, хотя бы 5-10 минут, не лениться. Вот, потому что знания в голове закрепляются. Сначала нужно выучить, через 3 дня повторить, через 3 недели и через 3 месяца, как говорят. Ну, так говорят. Вот, если через 3 месяца ты повторишь, то у тебя точно в голове это засядет. Вот. Так что главное, каждый день хотя бы по 5-10 минут. Это совсем недолго, но результат будет.
Спасибо. Я думаю, что, например, люди, если много язык знаешь, вот, они умеют разговаривать, тогда другие языки изучать еще легче. Легче, можем сказать. Вот. Ты как считаешь, например, ты знаешь 3 языка, вот, да, потом еще хочешь изучать, вот, это легко будет, да, еще, потому что ты же знаешь, знаешь, как учить, знаешь, как работать. Как считаешь, как думаешь? Да, на самом деле, если учить язык из той же языковой семьи, например, вот я учу турецкий, и я знаю татарский. Мне проще учить турецкий, потому что и то это тюркские языки. Английский я знаю, и учила немецкий уже после английского. Я уже знаю как минимум алфавит, вот. Поэтому на базе какого-то языка язык в той же как бы языковой семье учить намного легче. Почему тогда именно немецкий, почему не испанский, вот? Это такой вопрос. Английский, как, ну, всегда надо, вот. Русский тоже, ты же в Татарстане родилась, да? Вот, поэтому русский все равно изучаешь. Ну, ты же в школе, это же родной, как будто родной. Вот. Почему именно немецкий? На самом деле у меня прабабушка, мама, они знают немецкий. И я еще, когда была маленькая, у меня прабабушка разговаривала иногда со мной на немецком. Вот. И так как у мамы тоже есть образование, и в школе была возможность изучать немецкий бесплатно. Вот. Поэтому я выбрала немецкий. Вот. Мне он интересен, и он такой, ну, со стороны он немножко грубоватый, и в нем, кстати, есть легкость в том, что как написано, ты так и читаешь. А в английском, например, не так. В турецком тоже как написано, так и читаешь. В этом есть небольшое упрощение в изучении. А сейчас здесь много из Турции, вот студенты, да, вот, они живут вместе. У некоторых нет возможности снимать квартиры, чтобы жить с русскими девушками или с русскими, да? Вот. Поэтому они в Древней Универсиаде или другого общежития, они живут вместе с турками. Вот. И поэтому изучать русский сложно, потому что они всегда турецки разговаривают. Что советуешь? Они что могут делать? Ну, во-первых, выходить из зоны комфорта, потому что тут уже есть возможность с русскими каждый день общаться. Но если, например, лень или нет возможности, есть сайты определенные, на которых можно зарегистрироваться, и там найти собеседника на иностранном языке. Вот. То есть у меня тоже есть, я зарегистрирована на одном сайте, где можно общаться с, например, кто в Великобритании живет или в США. Вот. Это тоже практика. Тогда я добавлю, вот. Короче, в Турции познакомиться с девушками или мальчиками, это без разницы. Вообще сложно, потому что наши традиционные, типа, не знаю, привычка. Вот, например, ты говоришь «Привет!» Некоторые говорят «У меня замуж, не видишь?» Вот такой. Понятно. Вот. Здесь, наверное, такого нет. Например, хотя бы хочешь, ну, разговаривать хочешь, да, вот. Они тебе не говорят «Иди отсюда!» Вот. Нет. Сразу не реагируют. Вот. Поэтому на улице тоже можешь разговаривать и практиковать, я так думаю. Как считаешь, люди здесь не против, да, этого? Если кто-то с тобой хочет общаться, не против, да, люди? Да, люди тут доброжелательные, и, в принципе, можно хоть на улице познакомиться, вот, это не проблема. Тут нет такого, что, типа, иди отсюда, я замужем, все, мне запрещено. Нет, здесь не такие сильные, как бы, ну, традиции, я не знаю, обычаи, как ты говоришь в Турции. Если не хочет общаться, тебе говорит, извините, пожалуйста, не общайтесь, не реагируй так сильно, да? Да, да, тут спокойно, то есть могут вежливо сказать, извините, не могу, и все. Yani doğru söylüyor arkadaşlar. Burada insanlarla hani baktınız yurtta konuşacak insan yok. Sağda solda konuşacak insan yok. Gidip dışarıda insanlarla konuşabiliyorsunuz. Yani öyle de yapabiliyorsunuz. Benim zaten videolarım var orada her şeyi anlattım. Adile de teşekkür ederim bugün bana yardımcı oldu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. videoyu burada kapatıyorum. Diğer video fikirlerinizi yanım alta yazabilirsiniz. Adiline'ye sormak istediğiniz soruları da aşağıya yazabilirsiniz. Onun hakkında da video çekebiliriz. Adiline hep yanımda zaten. Adiline, спасибо, что пришла. Спасибо, что позвал. Abone ol. Abone ol. Abone ol, beğeni at. Abone ol, beğeni at. Teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olursanız beni de mutlu edersiniz. Şimdi görüşmek üzere. Bay bay.